Сергей Владиленович отвечает администрации Путина за внутреннюю политику. Именно он фальсифицирует выборы, приказывает фабриковать уголовные дела на критиков президента и всячески помогает «Единой России» удерживать власть. За грязные президентские выборы в 2018 году Путин поблагодарил Кириенко и вручил ему высшую награду – звезду Героя России. Вот такой вот человек совершил подвиг – украл у страны будущее. Интересна его история. Он оказался в политике благодаря убитому Борису Немцову. Тот в 1997 году привел из Нижнего Новгорода, который он тогда возглавлял, никого тогда неизвестного Сергея Кириенко и привел его в правительство. Закончилось это довольно быстро – дефолтом 1998 года. Но на этом карьера Кириенко не закончилась, а наоборот – пошла в гору. Он возглавил список либеральной партии «Союз правых сил» и шел под лозунгами о свободе и демократии на все выборы. Со временем, правда, лозунги сменились на лозунги в поддержку Путина. В своих речах он отстаивал реформы и европейский путь развития России. А теперь один из главных конструкторов того Мордора, в который превращается наша страна.